Что вот это за пи***ть мне скинули? Так. Чувствую, сейчас будет полный... Ой, блядь, тут свитер мой на это самый артикуль. Закрываем. Last check, погоди. Сейчас посмотрим, что вот это такое. Ой, блядь. Ну можно, блядь, подольше еще? Ох, ебать, я проснулся. Это кто? Это Антон? Ну ладно, начало уже, ну, многообещающее. Довольный, да, довольный. Ой, блядь, злой что-то. Все, довольный. Так, это... Ого, так, побежал. Теперь надо пойти помыться. В каноничной белой футболке? Так, если Антон в белой футболке, то Макс лох. Давление себя? О, не, он в свитере, блядь. Ну ладно, 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 блядь, повезло. А чё он... Чё он сдох, блядь? А, он лёжа? Кто ему уебать успел? А, это он упал. Чё за хуйня? Так, ну допустим. Мне кажется, так день Антона и проходит. Он вот так сальто хуярит в душе. Он что-то упал. Пиздец. Так и есть. Так и есть, это правда. Что за... Блядь, что я смотрю нахуй? Что за хуйня? Это кто? Это Илья, блядь? Привет, Илья. Пизда, офигеть. Как дела? Вполне. Сегодня на концерт... Что у Ильи с прической? Немного переживаю. Бля, я забыл... Я 50 кг на одну руку, ебать, он сотку хуярит. Это у тебя концерт. Да ты постоянно все забываешь. Как же прекрасно быть одной, хрупкое сердце, разум. Бля, ну вот так завертено сделать, это надо было еще постараться. Смертельный файл. Завертин тебе чего? Слышь ты, артист недоделанный, сейчас же дал мне вискас, а то хуй тебе, а не концерт, я там всех в GTA 5 RP переебушу и насу всем наебло. Ну это правда. Завертин разговаривает, да. Чё, вылупился зубастый, наложил быстро. Наложил быстро. Не, Илью не такие машины до концерта возят. Это вот преувеличено. Такси Комфорт Плюс. Ну все, поехали. А это кто? Зачем, вот это кто? Просто водитель? А, это Артур! Давайте по-быстрому в магазин зайдем за пивом. Ну-го. Блин, какая хуйня. Ну сейчас блядь, Илья похож. Блядь, у меня... Да ну это не Артур, блядь. Поклюш. О, вот это я. Сложно не понять. Чё я на полу, блядь? Ой, здорово, а чё вы тут делаете? У меня такой же вопрос. Хули ты тут забыл? Я щ... Мама, я не могу! Вперёд, вперёд, вперёд! Вперёд, вперёд! Сейчас всё объясню. Я не такой маленький в жизни. Короче, я в тот отдел, я быстро. Это Арина. Так. Почему я не могу пойти с тобой? Тебе там делать нехуй, я на минуту максимум. Ну ладно.
Вот ее что-то и нет. Мне кажется, или он ебал... Че с еблом? Кто это, я не понимаю? Это Макс, может быть? Не пробовал звонить. У нее телефон сел. Артур, точно? Все, ладно. Блять, ну я не настолько, нахуй! Не намного выше Арины, это пи***ё, что это за фейк? Мне Арина по плечо, даже не, ну, даже ниже. Хуеть. Ну и чё ты там так долго делала, что я на полу спал, блять? А тебя ебать это не должно. Всем привет. Но мы в магазин не ходим. Кстати. Короче, пусть они едут с нами, они не дойдут с таким темпом. Блять, их будем вести, ну ладно. Блять, их будем вести. Ёбнутый геймплей. Так, хорошо, концерт. Блин, стрёмно. Ну ладно, поехали. Как дети играют в ладушки, ну прямо чтоб так хорошо было, как никогда. Но крекам из твоих слез нет ни одного моста. Но строли вобросай, инструкции нет нигде, а я бы рад стараться. Это, ну это, блядь, слили запись, сука, с концерта, блядь. Слили, блядь. Что не раз, так я тебе только лишь хуже сделал. Ведь все твои желания палитра черного спела. Это даже не слова, не собрать или не сломать. Ебать, на фоне там деньги кидаются, смотри. Возможно, тонуть по пакте домой. Не хочу созерцать и расследовать. Хуя, аж глаза зеленые стали, блядь. Забой знает цикл жизни, их всех все распроебать и в запой. Но если бы у меня... Так. Meet and greet. Охуенная гримерка, блядь. Почему я с каким-то ребенком, блять? Или это Ксюша? Кто это? Вообще, на концерте самое смешное, наверное, что мы делали в гримерке, ну, комичное, блять, это то, что мы сидели на концерте в Ростове, по-моему. Да, и смотрели Спанч Боба на телевизоре, блять. Во время концерта. Мы просто сидели, пили Егермейстер, смотрели Спанч Боба. Очень, его слышно даже не было, мы просто сидели и смотрели. О, вот же он. Кому я наебашил? Кто это? Блять, это пи***ц. Конец. Но я добавила бонусом скринов, пока мы делали этот сериал. Так, ну и пока ничего не понятно. Я ставлю лайк и жду продолжения. Пока ничего не ясно. Сюжета маловато.